Подумаешь, станция. Повесили на курятник спасательный круг, вот и вообразили, что станция. Станция. Три разбитые лоханки. Терпеть не могу, когда люди из себя что-то выстраивают. Написали бы просто. Прокат лодок. Скромные по существу. А то станция. Не знаю, что мы Коле скажем. А при чем здесь мы? Мы не виноваты, а если Коля будет выговаривать, мы ему прямо скажем. Коля, надо быть объективным. В жизни не бывает без происшествий. Без них жизнь была бы неинтересной. Без кого без них? Без происшествий. Вот никакого у тебя чувства ответственности? Чувство, ответственность. Красивые слова, фразеология. Каждый отвечает за себя. Охи, вздохи. Славка, Славка, когда ты, наконец, станешь настоящим пионером? Идут. Впереди Миша, за ним... Нет, не Коля. Мальчишка какой-то. Коровин. Честное слово, Коровин. Беспризорник бывший. И мешки на плечах тащит. Книги, наверное. Только ты в разговор не вмешивайся. Я сам все объясню. А то ты испортишь. А я, будь здоров, сумею. Тем более, Коля не приехал. А Миша что? Помощник пионер-вожатого. Смерть как надоел со своим воспитанием. Здрасте. Привет. Здравствуй. А почему вы здесь? Рыбу ловим. Книги? Книги. А где Коля? Коля приедет завтра. Его назначили директором их колонии. А, вон на что. А кого пришлют вместо него? Никого. Коммуна будет здесь рядом, в усадьбе. Выходит, ты будешь нами командовать? А тебе это не нравится? Мне это очень нравится. Но какой мы будем иметь авторитет в деревне? Колю ведь все уважали. Может, тебя тоже будут уважать. Мы с Коровиным тащили мешки от самой станции. Теперь понесите вы. Пошли. Ну, понимаешь, Миш, вчера Игорь и Сева... Ах, да, вот, только хотел сказать. А ты, Славка, вперед вылез. Вечно ты вперед вылезаешь. Понимаешь, Миша, какое дело? Такое дело... Как бы тебе сказать? Чего ты тянешь? Тянет, тянет. Что бы, как бы... Сейчас, сейчас. Так вот, Игорь и Сева убежали. Куда убежали? Фашистов бить. Каких фашистов? Итальянских. Муссолини и прочих. Глупости ты болтаешь. Ничего не глупости. Ребята, до свидания. Мы уезжаем бить фашистов. Игорь Сева. Чепуха какая-то. Когда это случилось? Вчера. То есть сегодня. Вчера они легли спать вместе со всеми. А сегодня просыпаемся, их нет. Только вот эта записка. Мне, правда, еще вчера они показались подозрительными. Вздумали ботинки чистить. Никакого праздника нет, а они ботинки чистить. Смешно. Где вы их искали? Всюду. В лесу, в деревне. Может, они с жиганами связались? У нас как кто-нибудь убежит, значит, ищи жигана поблизости. Он подбил. И обязательно в Крым бегут. Сейчас все в Крым бегут. Какие жиганы? Какой Крым? Просто два дурака разыгрывают двух других дураков. Пошли в лагерь. В усадьбе раньше жил помещик, граф Карагаев. А после революции он удрал за границу и все с собой увез. А дом, конечно, оставил.
Тут теперь живет старуха одна. Родственница графа или приживалка. Она усадьбу охраняет. Никого туда не пускает. И вас не пустят. Как не пустят? А вот так. Усадьба-то государственная. Вот именно. Правда, у графини охранная грамота на дом, как на историческую ценность. Не то Елизавета, не то Екатерина II там жила. Ну ты сам-то пойми, если будут пустовать все дома, где когда-то веселились цари и царицы, то где же, спрашивается, люди-то будут жить? А в усадьбе ничего нет. Там только дом один пустует. Инвентаря никакого, ни живого, ни мертвого. Ничего, устроимся. А ты думаешь, брат король обрадуется вашей коммуне? А, здесь такие мужики, которых, может быть, нигде нет. Ты не представляешь, что они вытворяют. А что? А вот мы приехали сюда, чтобы организовать пионерский отряд. А против нас несознательность родителей. Не пускают ребят в отряд, понимаешь? Даем спектакль, битком набито. А после спектакля объявляем собрание, все разбегаются. Дело известное. Ой. Давай. А сами ребята какие? Деревенские. Попробуй поработай с ними. Сколько у них предрассудков, олешек, чертях. Трудно, значит. Нелегко. Но раз взялись организовать, значит, должны организовать. Книжечки им везем, спектакли даем, в ликбезе работаем, ликвидируем неграмотность. В деревне уже сплетничают, что пионеры разбегаются. Ну и боятся отпускать ребят в отряд. Вот что могут наделать два безответственных типа. Красиво? Хозяйство. Вот что важно. Ты же видишь, что осталось от хозяйства. Здравствуйте. Все в порядке. Письмо краснофлотцам отправили. Занятия в ликбезе провели. Пришло 8 человек на 112. Ну а насчет Игоря и Севы, они, наверное, тебе уже рассказали. Они убежали из Огенки. Что ты врешь, бяшка несчастная? Тоже мне борец за справедливость. Рассказывай, бяшка. Я расскажу всю правду. Мне незачем прибавлять и обманывать. Когда мы легли спать, это было после спектакля «Смерть фашизма», Игорь и Сева сказали, что нужно не спектакли ставить, а фашистов громить, чтобы они коммунистов не убивали. Тогда Генка над ними засмеялся. Поезжайте, поезжайте бить фашистов, а мы посмотрим. Игорь, конечно, рассердился и сказал, захотим и поедем. Тогда Генка говорит, захотите, захотите. Вот такой был разговор. А утром Генка проснулся и спрашивает их, вы еще здесь? А я думал, вы убежали фашистов бить. И так каждое утро. Как проснется, так и спрашивает их. Вы сколько сегодня фашистов побили? Так их задразнил, что они в конце-то концов и убежали. А врать мне незачем. Я никогда не... Генка, это правда? Правда, правда. 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 Он все время дразнится. Генка, это правда? Я их немного подразнил. Пошутить нельзя? Смешно, честное слово. Ах, смешно! Ладно, прочешем лес. Ты со своим звеном со стороны деревни. Звено Славки от реки. Звено Зины из парка. Я буду здесь в усадьбе с Коровиным. А Кит останется готовить ужин. Кита нельзя одного оставлять. Все слопает. Пусть только попробует. Сначала проверим, дома ли хозяйка. Видишь? Вижу.
Орел. Какой же это орел? Видал я на Волге орлов. Орлы бывают разные. На Волге одни, здесь другие. А теперь смотри внимательно. Видишь за птицей? Ставни. Они открыты. Вижу. Ну вот, когда ставни открыты, то значит графиня дома. Как только она уезжает, она закрывает ставни, а приезжает, снова открывает. Только никому не рассказывай. А мне ни к чему. Все равно мы дом отберем. Ребят 200 можно будет разместить, а она одна живет. Разве правильно? Конечно, неправильно. Видел? Сердце захолонуло. Я не могу понять, куда они убежали. В Москву, к своим мамашам. Лагерь пока бросать нельзя. Попались бы они мне сейчас. Ух. Может, их кто-нибудь видел в деревне? И обязательно надо съездить в Москву. Тем более, что продукты кончаются. Продуктов осталось совсем мало. Едва хватит на завтрашний день. Ты не суди по собственному аппетиту. Можете сами проверить. Масла почти совсем нету. Сухарей тоже. Круп тоже. Завтра Генка и Бяшка поедут в Москву. И привезут продукты. Все, Генка и Генка. Думаешь, приятно выпрашивать у родителей продукты? Те не дают, те не приготовили. Клянчишь, клянчишь. Зато у тебя есть опыт. Ух. Да уж будь здоров. Найти бы нам богатых шефов. Подкормились бы. Какую-нибудь колбасную или кондитерскую. Любишь, Кит, колбаску? Жареную, когда она на сковородке. Генка, родителям Игоря и Севы ничего не говори. А постарайся выяснить, не приезжали ли они в Москву. Не беспокойся. Генка. Так безразлично и скажу. Ваш Игорь собирается приехать домой за книгами. Если он уже в Москве, то мать скажет, он уже вернулся. Тогда я скажу, да, значит, он меня опередил. А потом спрошу, а где он? Она скажет, играет на заднем дворе. Я тогда же вежливо попрощаюсь, выйду на задний двор и закачу этому Игорю такую плюху, что он подскачет до четвертого этажа. Драться, пожалуй, не следует. Драться, конечно, не надо. Но проучить их придется. Предупреждаю. Если Генка заставит меня таскать мешок, а сам будет размахивать своим портфелем, я все брошу и уеду. Прямо заявляю. Когда я заставлял тебя одного таскать? Всегда. Thank you.
Ты? Жердяй. Я? А вы кого ждали? Никого. На деревне говорят, что у вас два пионера пропали. Ничего, найдутся. Не скажи. Если на Галыгинскую гать забредут, могут и не вернуться. Что за гать такая? Гать-то? Дорога из Хвороста. А строится обычно на болоте. Что ты этим хочешь сказать? А то, что если попали туда ваши ребята, так могут и не вернуться. Утонут? Нет, утонуть не утонут, а увидят старого графа и помрут. Ха, чего ты тут басни рассказываешь? Не надоело тебе выдумывать? Ничего я не выдумываю, все истинная правда. Старики рассказывают. Там граф с сыном закопанный прямо на гате. Царица приезжала сюда давно еще, до Наполеона. Вот царица приехала и казнила графа с сыном. А хоронить не позволила. Велела прямо в грязь закопать, на самой гате, чтоб все по ним ездили. Так они там закопанные и лежат. А ребята наши при чем? Вот слушай. Значит, старый граф с сыном там. Только не похоронены они, как полагается. Вот и томятся их души. Никак не попадут ни в рай, ни в ад. Хм. Ох и умора ты. Дай послушать, что человек говорит. Томятся, значит, их душеньки. Так и стонут под гатью. Так и стонут. Я сам туда ходил, слышал. Старый граф этак глухо стонет. Постонет и перестанет, постонет и перестанет. А молодой громко точно плачет. Ей-богу. Страшно. Страшно. Да тихо ты! А в самую глухую полночь старый граф выходит на гать. Старый, борода до колен, белый, весь седой. Выходит и ждет. Увидит прохожего человека и говорит ему: «Поди, — говорит, — к царице и скажи, пусть, мол, похоронят нас по христианскому обычаю. Сделай милость, сходи». Так это слезно просит, жалобно. А потом кланяется. А вместо шапки снимает голову. Держит ее в руке и кланяется. Стоит без головы и кланяется. Тут кто хочет испугается. С места не сдвинешься со страху. А старый граф держит голову в руке и идет прямо на тебя. А прохожему главное что? Главное на месте выстоять. Ежели выстоишь на месте, так он подойдет тебе вплотную и сгинет. А ежели побежишь, так тут и упадешь замертво. Упадешь замертво, а старый граф тебя под гать и утащит. А за что их казнили? Кто их знает? Кто говорит за измену, а кто говорит, клад золотой царский запрятали? Ха, ну, конечно, клад уж тут обязательно. Это про этих графов ты рассказывал? Про них. Который граф за границу убежал, так к тому, что под гатью он внукам приходится. Сказки. Не говори. Старики рассказывают. Мало ли, что старики рассказывают. Теперь слушай. Завтра мы будем оборудовать клуб. Ты сходи в лес с ребятами, наруби еловых веток. Мы ими клуб украсим. Можно. А книжки принесете? Обязательно. Да. Скажи Тимофею, чтобы он тоже пришел. Поможет нам закончить сцену и скамейки. Придет. Как он не боится ходить по лесу ночью один? Чего бояться? Я ночью куда угодно пойду, даже на эту дурацкую гать. Ты бы хоть этот дом обошел. Пожалуйста.
Чего мотаешься под ногами? Я видела этого Степку волосатого, и птица взлетела. Тимофей! Зябко, небось, купаться. Холодно. Ха. Тимофей! Помните, вы обещали поработать с нами в клубе? Поработаем. Съезжу с Кузьминым на Халзинлук. Вернусь и поработаем. Не подведите. Зачем подводить? Разве можно подводить? Мы вас будем ждать в клубе. Хорошо. Почему вы не припасли елок для клуба? Пошли мы утром в лес. А он как заверещит, как застрекочет. Кто он? Известно, леший. Вы не смейтесь. Грешно смеяться. Дрова, хворост, грибы. Вы же не боитесь собирать? То другое дело. Тогда леший молчит, не сердится. А на клуб, видишь, не дает. Не позволяет. Ладно, обойдемся без лешего. А, пионеры юные, головы чугунные, сами оловянные, черти окаянные. А это что такое? Опять против Бога? Чего это вас так мало? Разбежали, что ли? В лагере остались. А если кто и заблудился, то сегодня найдем. Знаем, разбежались. Кто куда, теперь не соберете. А ты и рад. А ты помалкивай, муха, ты мне плод подавай, слышь? А то голову оторву. Не брала твоего плота. Врешь, брал, вместе с жердяем утащили. Своего нет, ты чужое воруете, жулье несчастное. А что за плот? Плот у меня, а жердяй с мухой угнали. Угнали подлюги, не говорят куда. А почему ты думаешь, что это сделали они? Кому же еще? Жердяй вор, а брата у Кузьмина убил. Убил? Какой брат? Какого Кузьмина? Разве ты не знаешь? Так ведь Тимофей, жердяев брат, Кузьмина убил. Кузьмина мужика нашего одного из револьвера застрелил. Там уж вся деревня была. И доктор приезжал, и милиция. Их уж город давно увезли. Кузьмина мертвого и бандита этого, Тимофея. Когда это было? Где? Да сегодня утром, на Халзином лугу. Там Тимофей застрелил его и лодку куда-то спрятал. А еще активист называется. А где жердяй? Кто его знает, дома сидит. Небось, стыдно людям глаза смотреть, вот и сидит дома. А вы и не знаете. Тоже мне пионеры юные, головы чугунные, пошли, Акимка. Это верно, он рассказал. Тимофея арестовали и в город увезли на телеге. Может, они и спорили, не знаю. Только не мог Тимофей его убить. И незачем ему. И спорить им не из-за чего. И револьвера у него нету. Такая беда. Такая беда. Надо в город защищать его.
Для защитников деньги нужно, а где их возьмешь? А милиционер ему ты убил? Не я, а кто же? Не знаю. А почему не знаешь? А потому мы с косы вернулись, я и пошел. А почему один пошел? А потому что Кузьмин на Халзан пошел. Что за Халзан такой? Речушка тут маленькая. Халзан. Ну и Лук Халзен. А у нас два пионера пропали. А он и говорит милиционеру. Не знаю, кто стрелял. А лодка где? Не знаю. А милиционер ему. Ловок ты, брат, сочинять. Нет, чтобы разобраться. Я старался горбушками собирать. Если давали середину, я говорил, нельзя, нельзя. Плохая выпечка, может случиться заворот кишок. Сухофрукты. Для компота. Немного муки. Ценная вещь, можно оладьи печь. Крупы немного. Нам этих круп хватит надолго, если ты не сожрешь их в сыром виде. А сахара-то не кусочка. Зато конфеты привез. Урожай хороший. Вот что значит, Генка, тебя посылать. Думаешь, легко. Некоторые родители вообще ничего не дали. У меня список есть, кто что дал. У нас все общее. Кто что дал, не имеет значения. Что ты узнал насчет Игоря и Севы? Приходим мы к Севиной маме. Она спрашивает, как там мой Сева? Я отвечаю, здоров, купается. Она спрашивает, когда он приедет? Я говорю, в ближайшие дни. Зачем? За книгами. Вот и хорошо, передайте ему привет. Мы попрощались и ушли. Так же приблизительно было и у Игоря. Приблизительно? Да не так. Начинается борец за правду. А как было у Игоря? Рассказывай, рассказывай. Ну вот, приходим мы к Игорю, а там бабушка, мама на работе. Ну, шепчет мне Генка, эту старушенцу мы вокруг пальца обведем. И начал. Здравствуйте, мы к Игорю. А бабушка отвечает. Игоря нет, он в лагере. Тогда Генка подмигивает ей глазом и говорит. Вы нас, бабушка, не бойтесь, мы тоже из лагеря сбежали. Бабушка хлопает на нас глазами, видно, ничего не понимает. Старушка сначала онемела, а потом как завопит. Батюшки, так значит и наш Игорёчек с лагеря сбежал. Так как же это он? Да где же это он? Что теперь делать? Ну, раз скорее в милицию бежать. Генка, так ведь было? Ладно, ладно, рассказывай. Ну, тут, конечно, Генка перетрусил. И стал говорить, что это он пошутил. Едва-едва старушку успокоили. Но хотя мы ее на время успокоили, она все равно все Игоревой маме расскажет. Вот увидите. Значит, плот могли взять Игорь и Сева. А плыть они могли, только вниз по течению. Это точно. Надо достать лодку. Да ты знаешь, сколько лодочник заломит? Это чья? Кондратия Степаныча. Кто такой? Художник. Он все время пьяный по деревне ходит. Ну, не все время пьяный. Как называется-то? Забыл. Он этот, монархист, что ли? Монархист? Нет, вроде. Анархист? Во-во, анархист. А он даст лодку? А кто его знает? Если пьяный будет, то слова не даст сказать. Если с похмелья, то вовсе выгонит. Ну, а если трезвый, то может и даст. Пойдем попросим. А завтра с утра поплывем. И ты с нами. А я зачем? Ведь поплывем мимо Халзена луга. Вдруг узнаем, кто убил Кузьмина. Тогда будет легче оправдать твоего брата.
Мы к вам, Кондратий Степанович. Зачем? Пионеры? Да. А я кто? Вы? Художник? А по убеждениям? Не знаю. Не знаем. Анархист, максималист. Кондратий Степанович, вы дадите нам лодку на 2 дня? Анархисты, максималисты не признают власть. Советская власть. Относимся нейтрально. В опыт не верим, но и не мешаем. Вот так. Вот так. А лодку дадите? Зачем? Нам нужно съездить в одно место. Анархисты имеют отрицательное отношение к собственности. Почему водка моя? Говорят, ваша. Зря говорят. Привыкли к собственности. Все общее. Значит, нам можно взять лодку? Бери. Ключ проси. Тогда дайте нам ключ. Ключ? Трудное дело. Почему? Ключ – собственность личная. Ну и что же? Лодка – общественная собственность, пользуйтесь. А ключ – собственность личная. Могу не дать. Что же нам, замок взломать? Милицию заберут. Но ведь вы не признаете милиции? Мы не признаем. Она нас признает. Мы бы вам заплатили, но у нас нет денег. Анархисты-максималисты не признают денежных знаков. Обмен это можно. Какой обмен? Я дам вам ключ, а вы мне дадите подряд на оформление клуба. Что за подряд? Ну, клуб вы устраиваете? Украсть вам его надо? Да. Ну вот, я вам его и оформлю. Но мы работаем бесплатно. Плохо. Труд должен вознаграждаться. Ведь анархисты не признают денег. Мой юный демагог, я рассказал не оплачиваться, я сказал вознаграждаться. Кондратий Степанович, вам ребята картошку прополят. Эксплуатация. А когда прополите, время не ждет. Как только вернемся. И насчет клуба подумайте. Я вам его так оформлю, вряд ли в Москве найдется. Весла. А где весла? Весла? Весла и уключены. Иначе как же мы на ней поплывем? Весла и уключены. Сарай.
Интересно, что они увезли в лодке? Недаром эта несчастная лодочная станция оказалась мне подозрительной. Ничего подозрительного я не вижу. Мало ли, что людям надо было перевезти в лодке. Перевезти? Ага. А, в такую рань, чтобы никто не видел. А этот мироед Ерофеев со своим Сенькой примазались. Знаешь что, Миш, давай лучше высадим Слав. Зачем? Он всю дорогу будет сомневаться. Ничего особенного, ничего не выйдет, ничего не найдем. Так и будет конючить. Как по-твоему, Жердяй? А я почем знаю? Смотрите, лодка вон там, за поворотом. Где? Вот она. Сейчас будет Халзин-Луг. К берегу. Халзин-Луг смотрит. Чего ты дрожишь? Почему Тимофей не слышал выстрела? Ведь Кузьмина там убили. Да. Кто же угнал лодку Кузьмина? Я вам тропочку покажу. Если по этой тропочке идти, то как раз на Галыгинскую гать выйдешь. Далеко ли плывете, товарищи? А? Так, плывем. О, и Жердяй с вами. Знакомая лодка. Да, это лодка Кондратия Степановича. Так, так. Значит, Кондратия Степановича. Да, Кондратия Степановича. Интересно. А ведь Кондратий Степанович сегодня утром уехал на рыбалку. И на своей лодке. Я сам его видел. Я не знаю, кого вы видели, но Кондратий Степанович разрешил нам взять лодку. Так, так. Некрасиво. Некрасиво получается, а еще пионеры. Что вы нас стыдите? Что тут некрасивого? Лгать нехорошо. Нехорошо покрывать преступников. Ведь я знаю, чья это лодка. Чья же? Это лодка Кузьмина, которого вчера здесь вот убили. А убил его брат. Эту лодку милиция разыскивает. А вы ее прячете. Нехорошо. Нехорошо. Жердяй хочет брата выручить. А вам, пионерам, не к лицу. Придется, дорогие друзья, вернуться в деревню. Придется. Не имеете права. Отойди! Не трогай! Ты че, укор? Миша, беги! Зашибу! Убьет! Я прыгну! Прыгай! Жердяй, я сюда! Я! Быстрее! 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 Я потом лезу! Thank you.
жердяйчик наш перепугался. Прям душа в пятки ушла. Вам-то что, уехали в Москву и все? А мне с матерью здесь оставаться. Ну и что? А то, что зарежут они нас, вот что. Так уж и зарежут. А ты думаешь, тут тебе не Москва. Зарежут и все, не первый случай. Все же, почему лодочник к нам пристал? Неужели он действительно думал, что мы на лодке убитого Кузьмина? У Кузьмина простая лодка, а у нас такой другой в деревне нет. Он боялся, что мы пойдем в лес и увидим этих парней и мешки. Вот чего он боялся. Недаром мне лодочная станция показалась такой подозрительной. И Кузьмина они убили, это уж определенно. Почему ты решил, что они убили Кузьмина? По лицу лодочника видно, что он убийца. Если хотите знать, с Игорем и Севой тоже что-то случилось. Потому что этот лодочник не хотел нас пропускать вперед. Следовательно, Игорь и Сева оказались свидетелями убийства. И парни их убили. Все может случиться в такое неспокойное время. Справа по борту шалаш. Не видели на плоту? Глухие, что ли? Это же непманы. Не видишь, рожа какая? А у нее волосы крашеные. What do they want? Don't understand. Just a moment. Не понимай. Не видели ли вы двух мальчиков на плоту? Не понимай. Иностранцы. Посмотрим, что за иностранцы. Шпрехин и Зидович. Вы повторяете ваш вопрос. Здесь не проплывали два мальчика на плоту. Плот? What does it mean? Don't understand. Что это плот? Это как лодка. Четырехугольный. Из бревен. А, понимаете, плот, плыть, плавать. Был здесь, был. Два мальчик. Был. Был. Пайонир, галстук. Хорош пайонир. Был здесь, был. Когда? Ночевал. Не эта ночь, а после эта ночь. Плот подчинял и поехал. Мальчик, плиз, проходите, 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 да, проходите. Теперь уж мы наверняка их догоним, только пожрать охота. Проходите, садись. Садись им кофе. Certainly. Кофе, кофе. Мальчики, сейчас будем пить кофе. Please. Ну, жердяй, давай поедим, дорога длинная. Ну, кому говорят, плиз-то? Плиз. Плиз. Sit down. Давай обожрём капиталистов. Плиз. Кисти не загорели из-за браслетов. Браслеты оставили в гостинице, чтобы не украли. Мальчики. Eat, please. Ешьте, пожалуйста. Угу.
Отдохнем минут 20. Неудобно сразу смываться. Они? Да. Мы есть пионеры. Пионеры, это хорошо. Комсомол, хорошо. Интернешнл, хорошо. Притворяется буржуазия несчастная. Путешествуете? Вояж. Yes, yes. Мы есть путешественник. Джерни. Ходит, ездит. Россия хорошая страна. Красивая страна. Нравится вам у нас? Нравится. Очень нравится. Очень хорошо. Очень. Знаем, как нравится. Живьем бы съели нашу республику. Как там у вас лорд Керзон поживает? Лорд Керзон? Это плохо. Это совсем плохо. Лорд Керзон, это ультиматум, Тори, империализмус. А Муссолини? Муссолини? Муссолини совсем нехорошо. Фашизмус. Коммунисты, социалисты убивают. Диктатур совсем нехорошо. Так почему же у вас всякие Керзаны и Муссолини проживают? Вы их долой. О, конечно, конечно, долой, долой. Керзан долой, Муссолини долой. Вот вы их и долой. Время революции не устраивает. Революции приходят. Уж такие, как они, конечно, революции не устроят. Кризис. Безработа, война, коммунист, пролетариат, агитации, капиталист, его тюрьма. Это нехорошо, тюрьма. Кандалы. Совсем плохо, кандалы. Кандалы. 3 лет. Тюрьма. 10 лет. Вы коммунистка? О, yes, yes, коммунист. I Roman коммунист. He Куба коммунист. Америка. Yes, yes, yes. Куба? Куба, Куба. Капабланка. О, есть, 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 Капабланка, чемпионы. Хорошо на Кубе. О, очень, очень хорошо. Ходите, земля, хорошо. Висеть на дереве, плохо, очень плохо. Мне надо висеть, а я удирал. Здесь делегат Коминтерн. Ротфронт.
Не надо! Не надо! Не надо, возьми! Красиво получилось. Все Генка, Непманы, буржуи лезет со своими дурацкими идеями. Меня брюки гольф подвели. Вижу гольф, вот и подумал, что буржуи. Разве можно по штанам судить о человеке? Он же говорит, что они делегаты Коминтерна. Ведь недавно был конгресс, а мы их так бессовестно обожрали. Да, Генка отличился, набросился на бутерброды. Ну как, вкусно, а? Я один ел, да? Один? Кубинец такой веселый, а был приговорен к смертной казни. И сумел уйти от палача. И румынка ходила в кандалах. Надо было у них узнать, спросить, как обстоит дело с мировой революцией. Плот! Сенькин плот. Точно? Точно. Вот проволока моя. А этот кола Кимка притащил, из ограды вынул. Сенькин плот. Куда же они ушли? Они ушли на станцию. А может быть, в деревню? Зачем? За веревками. Хотят починить плот и плыть дальше. На такое развалине. Хорошо, поплывем в деревню. Кузьмина лодка убитого. Не может быть. Я знаю все лодки в деревне. Это лодка Кузьмина. Когда Кузьмин и Тимофей поплыли на Халзерлуг, то Игорь и Сева были гораздо ниже у иностранцев. А с плота они сошли еще ниже. Ничего не понимаю. Лодка еще мокрая. Какая тут деревня близко? Сукалова. Мы пойдем в деревню, а ты оставайся, стереги лодку. А вам чего? Мы из пионерского лагеря. Ищем двух ребят. Они вчера сюда приплыли на лодке. Ну, пошли. Куда? Со мной пошли. Почему их задержали? По подозрению. По какому подозрению? В соучастии. В каком соучастии? В убийстве. В убийстве товарища Кузьмина. Этого не может быть. Есть улики. Сейчас придет начальник. И разберется. Добегались. Почему вас задержали? Ни в чем не виноваты. У нас развалился плот. Видим, на реке лодка беспризорная. Мы ее взяли, чтобы сюда доплыть. Она мне верит. Лодку нашли на песчаной косе? Да. Откуда ты знаешь? Знаю. Будете теперь знать, как из лагеря бегать. Вас, конечно, не следует выручать. Выкручивайтесь, как хотите. Но мы вас выручим и вернем в лагерь. Только для репутации и чести отряда. Вам, конечно, на это наплевать. Мы вас вернем в лагерь, и пусть все обсуждают ваш поступок. Встать.
Садитесь. Вас, конечно, никто не обвиняет в убийстве Кузьмина. Непонятно только, как лодка Кузьмина оказалась у песчаной косы, ведь это почти 8 километров от Халзина луга. Вы говорите, что вы ее не отгоняли? Нет. Тогда кто же? Мы не знаем. Если бы вы не забрали лодку с песчаной косы, нам было бы легче найти человека, который ее туда отогнал. Вы взяли ее самовольно и запутали нам следы. Мы не знали. Если вы не верите, можете спросить у товарища Свиридова. А откуда ты его знаешь? Он нас знает, и мы его знаем. Так, проверим. Дай-ка мне Москву. Каких фамилий? Как? Михаил Поляков, Геннадий Петров, Святослав Эльдаров. Знаю. Понятно. Вот что, вы отпустите их. Да, отпустите, а послезавтра я приеду. Пока. Всего хорошего. Я приехал только на один день. Много дел в детдоме и с устройством трудовой коммуны. Какой-то странный тип. Сначала чуть нас не утопил, а теперь подмигивает, как ни в чем не бывало. Будто мы с ним старые приятели. Все это одна компания. Лодочник, графиня, Ерофеев, парни в лесу. Ничего, вот приедет наш сюда коммуна, и сразу кончатся все эти тайны мадридского двора. Что вам угодно? Будьте любезны, подойдите сюда. Слушаю вас. Я директор Московского детского дома номер 116. Разрешите узнать, кто вы? Я охраняю усадьбу. Прекрасно. Здесь будет организована детская трудовая коммуна. Я бы хотел осмотреть дом. Этот дом — историческая ценность. Я на него имею охранную грамоту. Покажите. Вот. Охранная грамота. Удостоверяется, что жилой дом в бывшей усадьбе Карагаева, как представляющий историческую ценность, находится под охраной государства. Всем организациям и лицам использовать дом без особого на то разрешения воспрещается. Нарушение охранной грамоты рассматривается как порча ценного государственного имущества и карается по законам республики. Замзав уездным отделом народного образования Серов. Да, все правильно. И все равно здесь будет коммуна. Что вы тут нарисовали? Это последнее слово в живописи. Так рисуют во всех странах. Так рисовал и Маяковский. Но сейчас он так не рисует. Конечно. Теперь он стал поэтом. Сейчас он вообще больше не рисует. Нет, ты мне объясни, что значит эти кляксы? Кондрат, а что это за зверь, а? Это не зверь. Намалевал бог знает чего.
А денежки-то общественные. Привет, товарищи из уезда. Как мы им такое покажем? Значит, опять все это переделывать надо. Снова расход. Большие ли тут деньги? Да хоть небольшие, а народные. Ну, деньги пропали. Чего ж теперь говорить? Да разве я о деньгах? Я о том, что нельзя ребятишкам такие вещи поручать. Кондрать Степан что? Ведь он любит малевать, это все мы знаем. Верно. А пионеры в ответе. Надо бы подойти к председателю, посоветоваться. Можно ли такие вещи Кондрат Степанович поручать? Вот. А молодые люди, они на себя понадеялись. Вот и нехорошо. А еще строили себя политически сознательных. Собирались фашистов бить, убегали. Да вы такого натворили, что должны ходить ниже травы, тише воды. Ну ничего. Скоро будут самохарактеристики. Тогда вы узнаете, какого все мнения о вас. Ваши дежурные ночью обходят усадьбу? Только лагерь. Вот и весь маршрут их обхода. А когда вы уходите в деревню, эти дежурные остаются в лагере? Обязательно. Скажи, а не попадался вам здесь, в усадьбе, совсем незнакомый человек? Мужчина средних лет, не местный житель. Как будто нет. А тебе? Никаких посторонних здесь нет. И вообще, какое это имеет значение? Лодочник есть, парни в лесу есть, все ясно.
лодочник, парни в лесу. Ведь это только ваше подозрение. Тимофея Рыбалина тоже только подозревают, а арестовали. Против него улики, а против этих нет улик. И все же Тимофей не виноват. Никто не говорит, что виноват. Есть улики, значит, держат. А парни копают, и пусть копают. А что они ищут? Наверное, ищут то, что обычно ищут в лесу. Клад. Я родился в этих краях. И сколько себя помню, здесь всегда искали клады. Одно время так землю перекопали, что пахать не надо было. Ну, а граф был богаче чудак. Он добывал на Урале драгоценные камни. Вот люди и говорили, что здесь зарыта драгоценность. Но никто никогда ничего не находил. А вот верят. А может быть, Кузьмин знал, где зарыт клад, но не хотел рассказывать. И они его убили. Ну, зачем же убивать? Наоборот, если он знал, значит, они вынуждены были его оберегать, в надежде, что рано или поздно он им скажет. Но никакого клада нет. А почему же лодочник напал на нас? А почему ты злишься? Чего злюсь? Я не злюсь. Но почему? Трудно сказать. Лодочника мы знаем. Старый рецидивист. Его специальность – валюта и драгоценные камни, но не убийство. Убивать он не будет. Тем более, что недавно из отсидки. Как же так? Ведь известно, что лодочник – вор-рецидивист. Почему он до сих пор разгуливает на свободе, как ни в чем не бывало? Закон есть закон. Сажать его пока не за что. Прошу, Дмитрий Петрович. Вот и дождались теперь. Будут следователи ездить народ тягать? Человека убили. Теперь потягают. Ведь кого нужно тягать? Того, кто убил? А мир при чем? Он, следователь, допрашивает, кто лодку с Халзиного луга угнал. Да кто же ее угнал? Может, мальчонка какой? А, разве в лодке дело? Тут человек убитый. Вот следователь что. Тоже не дурак. Понимает, что к чему. Кузьмина убили на Халзином лугу, а лодку нашли на песчаной косе. Это сколько будет? 5 верст будет, а по нынешним 8 километров. Вот следователь спрашивает, кто ее туда угнал и зачем. А с песчаной косы? Ее вон пионеры дальше погнали. До Фролкиного броду. А может, они с Халзиного луга ее отогнали. Может, по-вашему, пионеры и Кузьмина убили? Кто Кузьмина убил, известно. Зато и арестованный, и в тюрьме сидит. Вину Тимофея Рыбалина нужно еще доказать. Пионеры. Такому следователю, как Свиридов, надо заниматься делами о похищении куры и гусей, а не искать убийцу. Это ты брось. А как он дело с Кортиком провел? Как прижал Никитского? Никитского прижал Полевой, а Свиридов и тогда во всем сомневался. И сейчас он что-то ходил по лагерю, по усадьбе. Что-то искал, что-то вынюхил. А что он искал, что вынюхил, он и сам не знает. Надо самим доказать, что Тимофей не виноват. А во всем виноват и лодочник. И те парни в лесу. Короче, надо идти в лес. Фу, черт бы тебя побрал. Люди верят, что здесь был зарыт клад. Слухи. А здесь? Здесь полное научное обоснование.
Вот тут вся история Демидовых. Где ты достал эту книгу? Где? Свистнул у графини. Мне доктор дал. Демидовы были самые богатые люди в России. Один Демидов в 1835 году купил алмаз за 500 000 рублей. Ну и что? Это был знаменитый алмаз Санси. Он был вывезен из Индии лет 500 назад и принадлежал Карлу Смелому. Карла убили на войне, а алмаз достался французскому маркизу Ле Санси. С тех пор этот алмаз называется Санси. Теперь слушайте, что было дальше. Слуга Санси вез к нему этот алмаз. На слугу напали разбойники и убили его, но слуга успел проглотить алмаз. Санси велел вскрыть труп своего слуги и нашел алмаз у него в желудке. Да, веселенькая история. Затем короли опять начали спекулировать алмазом. В общем, его долго перепродавали, пока, наконец, в 1835 году Павел Демидов не купил его. Какое отношение это имеет к усадьбе? А то, что одна из дочерей Демидова вышла замуж за Карагаева. Может, этот алмаз, как его... Санси? Может, этот алмаз Санси перешел к графу Карагаеву? Приданное там то все. Может быть. Значит, всем надо идти в лес. Тихо. Этот алмаз или что-то другое, но факт, что ищут. А когда ищут драгоценности, то и убивают друг друга. Последите за графиней. Я скоро вернусь. Остается узнать только одно. Что повез лодочник в лес? И узнать через Синьку Ерофеева. А так просто он не скажет. А может, проболтается. Тише, там слышно. Не беспокойся. Синька выложит все, будь уверен. Важно только заговорить, а там посмотрим. Садись с нами. В карты не играю. Посмотреть посмотрю. Не бойся, не на деньги, на щелчки. Со мной играть нельзя. Я кого хочешь обыграю. Так уж и обыграешь. Честное слово. Дай колоду. Я еще и не такие вещи могу отгадывать. Вот посмотрю на человека и скажу, что он делал вчера, позавчера и сегодня. Ну, это ты врешь. Могу доказать. Ну, чего я делал вчера? Ишь ты какой, сразу я тебе и скажу. Конечно, не скажешь, откуда тебе знать. Значит, не знаю. Не знаешь. Не знаю. Нет. Хорошо. Если я тебе скажу, что ты делал вчера, то ты мне скажешь, что делал позавчера. Ладно. Ты вчера ездил на мельницу. Верно. Это мог ты и видеть. Где же я тебя видел? Я на мельнице не бываю. Ты думаешь, только один можешь отгадывать? При чем здесь? Один, не один. Мы условились, вот я и отгадал. А ты теперь мне скажи, где ты был позавчера. А я тебе отвечу, где ты был позавчера, правда или неправда. Ишь, какой ловкий. Думаешь, ты один мастак отгадывать. И другие есть. Я что хочешь отгадаю. Что ж ты можешь отгадать? А что хочешь? Верно, верно. Ну что ж он может отгадать? А что хочешь? Вот, Акимка. Мы тут одну вещь спрячем, а ты найди. Найдешь? А чё ж? Ну давай. Только не оглядывайся. Во, видал? Ну вот эту вещь спрячем. Пусть ищет, век не найдет. Давай его под бревно спрячем. Не годится. В раз найдет. Знаешь, что мы сделаем? Тащи кепку. Мы под кепку положим. Пусть ищет, век не найдет.
А за это ему 5 горячих влепим. Здорово будет. Ни за что не найдет. Только отвернемся к нему спиной. Зачем? Чтоб ты ему не подмигнул. Ладно. Если хоть слово скажешь, играть не буду. Ладно, ладно. Акимка! Давай, можно. Чего отвернулись? Ищи, ищи, век не найдешь. А ты говорил, не найдешь. Ладно, ладно. Ну как? Пока ничего. Не проболтал? Что-то у тебя за желтые пятна на лице. Где? Это меня черти с яйцом разыграли. И ты попался. И ты смеешься. Во всяком случае, я вел себя осторожно, Сенька ни о чем не догадался. Ладно, возьми флажки и прибей вон там. Прибей флажки, с тобой? Проглотил. Что проглотил? Гвоздь. Как же ты его проглотил, а? Ну, может, ты его не глотал? Было 3, а стало 2. Надо его по спине ударить. Ты что? Вобьется гвоздь в кишки? Рвотное! Вот единственное средство! Рвотное? Ты с ума сошел? Разве можно так просто выдирать гвоздь обратно? Он обязательно застрянет. Помни, я однажды кость проглотил. Вот такую. Да подожди ты! Нашел время, когда о костях говорить? Надо его в Земскую отправить. Ой, ты чего? Гвоздь по телу путешествует. Уж до ноги дошел. Обратно в живот возвращается. Кондратий Степанович, нельзя ли побыстрее? Ему совсем плохо. Ничего страшного в этом гвозде нет. Переварится в желудке дело с концом. Подумаешь, гвоздь, ерунда. Когда я в Москве жил, мы с приятелем Большой театр оборудовали. Вы оборудовали Большой театр? А кто же еще? Мы оборудовали Большой театр. Там артисты, дирижеры, в общем, вся дирекция.
А приятель мой, возьми и проглоти костыль. Большой такой железный костыль. Дюйма два. Не шутка. Ну и что? Ничего. Переварился. Он выпил две бутылки водки для лучшего сгорания. Костыль и переварился. А этот обойный гвоздочек, это ерунда. Зря только едем к доктору, людей обеспокоим. Жалко отвезти больного человека. Больного не жалко, а это ерунда. Зачем же вы ехали? Власть. Вы же не признаете власти. Принуждение. Когда мы плыли на вашей лодке, лодочник напал на нас. Он хотел отнять лодку. Дурак. Кто дурак? Лодочник. Я авантюрист. Чем же он авантюрист? Все клады ищет, а их давно здесь нет. Все давно забыли про эти клады, а он все ищет. Сумасшедший. И Софья Павловна. Сумасшедшая. Кто это Софья Павловна? Да та, что живет в помещичьем доме. Экономка графская. А я думала, она графиня. Когда это случилось? А... Час тому назад. Прибивал плакат в клубе. Держал гвозди во рту. И один проглотил. Большой гвоздь? Обойный. Проходи. Ты останься. Ну, раздевайся. Воды. Раздевайся, раздевайся. Сестричка, очень можно сестричка. Меня... Подождите. Ну, что ж ты не раздеваешься? Раздевайся скорее. Раздевайся. Чего? Трясешься чего-то? Простынь холодная. Да? Ой, руки у вас холодные. А ты терпи. Больно? Нет. А ну-ка, поднимай медленно руки кверху, а если почувствуешь резь в животе, скажи. Ну, поднимай. Кулаки разожми. Оба! Гвоздь нашелся. Вот он. Ха, взгляните. Где? Я когда забивал гвозди, он мне упал в узел. Так. А когда развязывал галстук, и он мне в руку упал. Понятно. А зачем же ты приехал? Ну, прислал бы галстук, и все. Ступай. До свидания. До свидания. До свидания. Следующий. Наконец-то. Ну ладно, я с гвоздем. А вы-то с клубом как лопухнулись. Мы 3 дня стены отмывали. Это убийство лесника на меня так подействовало. До сих пор в себя прийти не могу. Какого лесника? Лесника Кузьмина. Разве он лесником был? При графе был. До революции. Доверенное лицо. Значит, он хорошо знал лес. Еще бы ему не знать. На то он и лесник. Какой-то странный и таинственный у вас лес. Почему таинственный? Да так, рассказывают. Какая-то галыгинская гадь, какие-то мертвецы без головы. Выдумывают все. Невежественные, некультурные люди выдумывают все.
А может быть, выдумывают для того, чтобы отпугнуть людей от леса? А чего пугать? Мы этот лес вдоль и поперек знаем. Хозяйствуешь? Приходится. От брата есть что? Брат в тюрьме. Слушай, жердяй, у меня есть новый план. Ведь Кузьмин раньше служил у графа лесником. Ну и что? Значит, какое-то отношение к лесу имеет. Так? Выходит, так. А кто прячется в лесу? Парни, так? Выходит, так. Значит, какая-то связь между ним и парнями должна быть. Верно. Придется идти в лес. Это на Галыгинскую тягать? Не пойду. Ни за что не пойду. Не упрашивай. Родного брата не хочешь выручить? Как я знал, что это брат поможет. Ты о матери подумай. Ведь убивается? Убивается. Убивается. Вот видишь, убивается. А если его засудят, так она вообще с ума от горя сойдет. Тебе ее не жаль. Я идти не отказываюсь. Но на самую гать не пойду. Дойдем до гати и все. Ты нас только доведи, а мы сами все сделаем. Пойдем, а? Может, вернемся? Веди нас к болоту, только другой тропинкой, чтобы не было слышно. Зачем он от своей вины отказывается? Тимоха не виноват вовсе. А кто ж тогда виноват? Были-то они двое. Согрешил, так уж покайся. Нехорошо ведь. Всей деревне, всему обществу неприятности. Разве можно? Ну, поспорили, но в бессознательности был, разве много ему дадут? Тем более бедняк. Советская власть беднякам снисходительна. Через год и под амнистию попадет.
Ну как же грех себе такой принимать, ежели не убил? Грех будет, ежели не покаяться. Невинных из-за него таскают. Следователи ездят, шарят. Конечно, никому от них не боязно, у всех совесть чистая, а все же неприятность, нельзя так. Ну, общество, общество — это сила. Разве можно против общества идти? Общество, оно и в беде выручит, и в нужде поможет. Тимофея твоего все равно засудят, потому виноват. А ведь тебе с людьми оставаться, вот и подумай. Как на тебя будут люди-то смотреть, ежели сын твой общество подводит? Почему вы требуете, чтобы Тимофей взял вину на себя? А кто ж тогда виноват? Виноватых найдут. Не беспокойтесь. Только кто-то, видно, не хочет, чтобы их нашли. Хотят, чтобы Тимофей взял вину на себя. Только им это не удается. Не хотим мы и не должны мы государство наше советское обманывать. Советская власть нас землей наделила. Правда, ходят слухи, собираются эту землю отобрать в колонии беспризорническую. Но до советской власти этого не позволит. Не оставит она крестьян без земли. Никто у крестьян землю не отберет. Может, у тех, у кого ее слишком много? Таких у нас нет, молодой человек. Живем мы всем обществом мирно, справедливо, по крестьянскому обычаю, все едины. Так-то вот, Ивановна, подумай. Вечером мальчонка подошли. Мучиться на скребу. А насчет Тимофея подумай. Очень тебя общество просит. А вы, Марья Ивановна, не вздумайте его слушаться. И никакой муки у него не берите. Жить-то надо. Да разве вы без Ерофеева не проживете? Если надо, мы вам все отдадим, что у нас есть. Да я не про то, не про муку. Как против общества-то пойдешь? Жить-то с ними. Вон, Ваську надо поднимать. Ерофеев – общество. Да разве это общество? А ты, жердяй, больше к нему не ходи. Какой благодетель нашелся. Хочет, чтобы за кулечек муки ему сына продали. Пошли в клуб, ребята ждут. Иди прямо, не смотри в их сторону. Пионер ничего и никого не боится. Никогда не врет и всегда говорит только правду. Понятно вам это? Понятно или нет? А как же отца и мать? Тоже не бояться? Конечно. Выпарят. Если вы перед родителями ни в чем не провинились, то чего вам их бояться? Разбираться не станут. Выпарят, потом пойди, доказывай. Родителей уважать надо, а не бояться. А как же, например, грозу или молнию? Ее тоже не боятся, что ли? А? А если убьет? Человек должен опасаться молнии, беречь ее. Для этого и строят громоотводы.
А бояться ее незачем. Все равно, если будешь бояться, от молнии не спасешься. Разве громотвод поможет от молнии? Гроза — это что? Это Илья Пророк ездит по небу в колеснице и гонит бесов. А бесы прячутся в деревья, в зверей разных. И в людей даже прячутся. Вот Илья Пророк и бьет по ним молнии. Спрятался бес в дерево. Молнии по дереву лупит. Спрятался в человека, молния человека бьет. А чтобы в тебя бес не вселился, молиться надо. Будешь в грозу молиться, бес в тебя не вселится, и ты жив останешься. Больше ничем не спасешься. Никакого Ильи Пророка нет. Есть. И Бога тоже нет. Есть. Кто здесь пионеры поступает? Покажись. Я поступаю. А тебе какое дело? Только попробуй. Попробуем, но тебя не спросим. Ну, катись отсюда. Спокойно. Слушай, Ерофей, учти, что тебя никто не боится. И между прочим, ты один. А нас много. А меня за что? В следующий раз не убегай. Вот за что. Сегодня обсуждаются 5 пионеров. Первым по списку вожатый первого звена Генка Петров. Кто желает высказаться? За последнее время мы подружились с Генкой. И я, как друг, должен сказать о его недостатках. Самое главное в Генке – это неустойчивость характера. И он не может сдержать себя. Чувствует, что нельзя этого делать, а делает. Вот поэтому он и попадает в разные истории. У Генки нет дисциплины. Генка группа легкомысленная. Генка любит дразнить других. Генка болтлив и никому не дает слова сказать. Генка хвастлив и любит все приписывать себе одному. Теперь обсуждаем Китова. Чего можно ожидать от человека, который думает только о еде? Он все может отдать ради своего желудка. Ребята, давайте вспомним комсомольцев времен гражданской войны. Подумаем о комсомольцах фашистской Италии. Разве они думают о еде? Представим, что среди них есть вот такой кит. И вот он попадает, скажем, в тюрьму. Там его мучают, пытают голодом. А разве кит выдержит пытку голодом? Скажи, кит, выдержишь? А теперь обсуждается Славка. Я! Славка, конечно, хороший пионер. Честный, справедливый, добросовестный. Но нерешительный он какой-то. Все время во всем сомневается. Не способен к быстрому действию. А зачем? А для чего? А почему? Так не годится. Во всем нужна решительность, смелость, быстрота. А где у Славки волевые качества? Надо тренировать волю. А он увиливает от утренней зарядки. А как сказано, в здоровом теле здоровый дух. Вот как сказано. Это надо понять. Ты, Славка, немного мягкотелый. Генка прав. Обсуждается Вовка Баранов. Он же Бяшка. Бяшка очень кичится своей борьбой за правду. Эта борьба превращается у него в самоцель. Его уже не столько возмущает неправда сама по себе, сколько привлекает поза борца за справедливость. Бяшка, ты понимаешь, бороться с неправдой нужно для того, чтобы устранить ее. Понятно?
Остался только один Миша. Он наш вожатый. А вожатого, как правило, мы не обсуждаем. Но он наш товарищ и пионер нашего отряда. Как мы поступим? Миш, твое мнение? Пусть ребята сами решают. Я не собиралась говорить о Мише, но меня поразила Мишина нескромность. У Миши спросили, надо ли его обсуждать. Я думала, он скажет, конечно, надо. Чем я отличаюсь от остальных? Вместо этого Миша сказал, пусть ребята решают. Таким ответом Миша поставил себя в исключительное положение. Это нескромно, хотя он и вожатый отряда, но такой же пионер, как и все. Мы давно знаем Мишу. У него есть один крупный недостаток. Он любит секретничать с Генкой и Славкой. Вот это и отделяет его от коллектива. И потом Миша делает поблажки некоторым ребятам. Кому? Генке, вот кому. Вот что, ребята. Насчет Генки, я думаю, Кит не прав. Я никому не делаю исключения, а Генки тем более. Насчет же секретов, в этом есть доля истины. Но вспомните историю с кортиком. Если бы я не держал ее в секрете, то ничего бы не нашел. Тогда было совсем другое дело. Хорошо. Дело идет о том, чтобы спасти брата жердяя, которого обвиняют в убийстве. Лодочник не зря тогда на нас напал. И надо все проверить. Поэтому никому ни слова. Вот и весь наш секрет. Итак, самохарактеристики закончены. Каждый учтет то, что сегодня о нем говорили, и постарается исправиться. На посту не спят. Председатель, гляди-ка. 4. Нет, 5 яблонь сломали. И вроде как топором. Твоих ребят работа? Ну, твоих ребят работа. Никто из ребят этого сделать не мог. И не делал. Кто же сломал? Не знаю. Кроме ваших ребят некому. Крестьяне сюда не ходят, посторонних тоже нет. Выходит, ваши ребята и сломали. Никто из ребят деревьев не ломал. Но ведь сломаны. И в уезде все известно. Вот, телефонограмму прислали. Пионерскому лагерю прикажите немедленно покинуть усадьбу ввиду систематической порчи таковой. Заведующий уездом отдела народного образования Серов. Так что, ребята, ищите другое место. Эй, вы! Собирайте манатки и катитесь отсюда. Ну ты! Вот, хулиганы. Они и есть. А ну, ваши руки.
Нас выгонят отсюда. Это же позор. Теперь мы не можем уйти из усадьбы. Вот режьте меня, убивайте. А я знаю, кто это сделал. Это все Сенька с Акимкой. И нарочно, чтобы нас выгнали с треском. Их научили. Ладно. Кто дежурил ночью? Мы. Мы. Сева, ты ничего не слышал? Как будто ничего. Мне сначала показалось, что что-то хрустнуло. Все ясно. У нас порубили деревья, а мы проворонили. Какая память останется о нас в деревне? Никакой не останется. И нас не останется. А кто он такой, этот Серов? Между прочим, охранная грамота на дом подписана тем же Серовым. Одна лавочка, одна банда. Мы напали на их след, вот они и хотят от нас избавиться. Кстати, графиня уехала в город, у нее закрыты ставни. Славка, едем в город. Пожатым останется Генка. Смотри, Генка, в лагерь никого не пускай, кто бы ни явился. Только через мой труп. Гражданин, гражданин, ваш билет. Ваш билет. Ваш билет. Часто возишь? Часто. Много, значит, курты. А почем продаешь? Как базар. А, понятно. Не только графиня, но и лодочник едет в город. Странное совпадение. Едут в разных вагонах, как незнакомые. В городе ты будешь следить за графиней, а я за лодочником. Я пойду к Серову, а ты оставайся здесь. Нет, нет. Нет, нет. Нет, я сейчас занят очень важным делом. Да. Да. Нет, не могу, не могу. Не могу. Не ну, могу. Ну, пожалуйста. Ну что ж, знаю, знаю. Про все ваши несчастья я знаю. А ведь могло быть хуже. Это с сахаром. Но кое-кто это дело
Замял. Какое дело? Ну, тут против вас такое поднялось, такое. Хотели в Москву писать. А я говорю, ребята молодые, неопытные. Ну, не сдружились с местным населением. Ну, же казнить за это. Перейдут на другое место. Ну, дело с концом. А почему мы должны перейти на другое место? Вас как величать? Миша. Вы понимаете, Миша, усадьба эта историческая ценность, гордость губернии. Весь инвентарь ее хранится в местном музее, в разделе «Быт помещика». Но это достояние народа, а его надо охранять. Ну что вам стоит переставить палатки? Ну, другое место. Ну, какая разница, где они будут стоять? Палатки переставить нетрудно. Но почему мы должны это делать? Ведь это несправедливо. И вообще, посмотрим, что скажет уком комсомола. Да вы знаете, что там сделают в укоме комсомола с вами? Что? Вас исключат? Из пионеров? За что же это меня исключат? Да вы поймите, что вы там натворили. Ребята разбегаются из пионерского лагеря. Они проходят по мокрому делу. Ну, по уголовному делу об убийстве. Вот ведь какой клубок получается. Нет, Миша, в этом деле самое главное, это вовремя уйти. Договорились. Так. Нет, не договорились. Тебе чего? А вы не скажете, где мне найти секретаря укома комсомола? А я он и есть. А, вот как хорошо. Пойдем. С убийством этого крестьянина разберутся без нас. И уже разбираются. А что касается усадьбы, музея, птицы, то все это выдумки, романтика. Есть старые хозяева. Есть усадьба. И они не хотят отдавать ее под дедом. А Серов воображает себя ценителем древностей и объективно помогает бывшим помещикам. Я в курсе дела. А вот... Что касается вашего отряда, да, у меня недавно был директор московского детдома, Севастьянов. Мы ему обещали помочь, мы ему поможем. А вот что касается вашего отряда, то Серов слишком много берет на себя. Нашелся хозяин. Если, Миша, ваши ребята... В чем-нибудь виноваты, то ты, как вожатый, будешь за это отвечать. До свидания. Пока. Но не перед Серовым, а перед комсомолом. Вот так стоит вопрос. Оставайтесь на месте и никуда не уезжайте. А если Серов прикажет убираться? Пусть себя приказывает сколько угодно. Вы не подчиняйтесь ему.
Хватит ему головотябствовать. Ну, а в случае чего, сошлись на меня. Понял? Ну, катись, товарищ Миша. У меня и без тебя вот так дел. Я как раз стоял в этой комнате. Смотрю, графиня идет. Спрятался за портьеру. Вы страшная. Того и гляди, чихнешь. Стою за портьерой, а в щелочку все вижу. Графиня сначала сделала вид, что она рассматривает экспонаты. Потом подошла к бронзовой птице, и что она там делала, я не знаю. Она стояла ко мне спиной. И пробыла там, ну, буквально минуту, и ушла. Ясно. Бронзовой птице тайник. Закрывается. Закрывается, молодой человек. Закрывается. Сейчас. Закрывается. Закрывается. Пошли. Что в коме? Все нормально. Нас оставляют в лагере. Итак, мы установили, что лодочник следит за графиней. Два. Обнаружили, что старуха пользуется бронзовой птицей как тайником музея. Три. Правда, мы не сумели открыть. Но нам помешали. Днем это вообще невозможно, кругом посетители. Сделаем это ночью, тогда нам никто не помешает. Ночью музей закрыт, а мы приедем к вечеру, спрячемся за портьерой. Когда сторож запрет музей, мы выйдем, сделаем свое дело и снова спрячемся за портьерой. А утром сторож откроет дверь, мы незаметно выйдем и сделаем вид, что только что вошли. Хороший план? План-то хороший, только я не берусь выстоять за портьерой. Там такая пылища, я обязательно чихну. Ну что ж, ребята, придется взять Генку. Спасибо большое. Кушайте. Придется взять Генку. Я не отказываюсь, а только предупреждаю. Могу чихнуть. Поэтому я и возьму Генку. Генка не чихает. Почему Генка не чихает? Все люди чихают. А Генка не чихает. Ты вот помни, чихал когда-нибудь Генка или нет. Я просто не запоминал. Почему я должен помнить каждый Генкин чих? А я помню. Генка никогда не чихал. Я и сам иногда удивляюсь. Почему Генка не чихал? И я не чихаю. Так что мы прекрасно постоим за портьерой. Ну и пожалуйста, ты там еще не стоял, а я стоял. Спасибо. Ну ладно, поедем в лагерь, все решим. Но мы опоздали на поезд. Вечерний уже ушел. Придется дожидаться утреннего. Пойдем в парк. Переночуем на скамейках. Неудобно, ведь мы не бродяги. Лучше переночевать на вокзале. Ну ладно. Ха-ха. Старые знакомые. Здравствуйте. Гуляли. А вам какое дело? Ну, зачем же так грубо? Вижу земляки. Отчего, думаю, не подойти. Вот. Или вы, может, обижаетесь на меня? Ни на что мы не обижаемся. А я думал, обижаетесь напрасно. Не вы должны обижаться, а я. В реке меня искупали. А я вот, как видите, не обижаюсь. В лагерь, что ли? Да. Так ведь поезда, кажется, кончились. Есть добавочный. Ночной. Вот как?
А я и не знал. Думал, в городе придется ночевать. Вот как. Ну-ка, подвинься. Отлично, отлично. Значит, уедем. На-ка, угощайся. Держи. Да. Черт бы его побрал. Как от него избавиться? Я ни за что с ним не поеду. Шагаю с ним ночью к лагерю. Еще зарежет по дороге. Поезда-то, оказывается, нет, а? Нет, значит, нет. Надо что-то придумать. Вот что. Здесь поблизости живут мои знакомые. Пойдемте. Они с удовольствием пустят нас переночевать. Нам и здесь хорошо. Отчего же? Напрасно. Сытный ужин, мягкая постель. А потом вокзал 12 часов закроют. Придется ночевать на улице. А? Вот так. Освободите вокзал. Поезда ушли. Освободите вокзал. Освободите вокзал. Закрываемся? Угу, пора. До свидания. Всего доброго. Заречь один. Один, да? Угу. Мишка. Мишка. Смотри. О. Поезд отходит в 6. Он уедет на нем. Мы поедем следующим. Через час. Ну что, поехали, ребята. Никуда мы не поедем. У нас дела. То есть как это не поедете? Почему? Не едем и все. И вообще, что вы к нам пристали? Вам нужно, вы и поезжайте. Дело ваше. Опаздывайте, поезд уходит. Thank you.
Давай. 39,5. Голова болит? В горле першит? Першит. Глотать трудно? Трудно. Дышать трудно? Трудно. Ну-ка, раскрой свою пасть. Все опухло. Краснота? Ангина? У тебя гланды вырезаны? Нет. Да, миндалины как будто бы на месте. Но сильно опухли. Их необходимо удалить. В медицине существует два направления. Одно за удаление гланд, другое против. Я сторонник первого. Свои медицинские воззрения ты выскажешь врачу. А пока уложи-ка ты себе его в палатку. Накрой тремя одеялами. Дай горячего чаю и добавочную конфету. Открой рот. Ну, язык, язык. Закрой. Ангина у вашего больного. Гланды ему надо удалять. Но пока не выздоровеет, операцию делать нельзя. Ну, лекарство будет принимать, я выпишу. Горло полоскать. Вот только здесь палатки его оставлять нельзя. Надо в дом перевезти. Куда ж я его положу? Его дом в Москве. А почему бы его не положить в барском доме? Думаете, она позволит? Кто она? Ну, хозяйка, экономка. А ну, пойдем.
Софья Павловна, вот у этих молодых путешественников заболел мальчик ангиной. Ну, в палатке ему лежать больше нельзя. Прошу вас дать ему приют. Дня на 3-4. Кто будет ухаживать за этим мальчиком? Ну, кто-нибудь из них. Я тоже буду наведываться. Вы считаете возможным являться в этот дом? Я выполняю свой долг. Хорошо. В людской ему будет отведено место. Но прошу, никуда, кроме людской, не заходить. Ваше право. Бяшка, тут все лекарства перепутаешь. Старуха сейчас дома. Когда она уйдет, можно будет проникнуть в дом и рассмотреть все как следует. Доски плохо приколочены. Если их толкнуть, они отвалятся. Да. Выселяться отсюда не следует. Находясь тут, мы можем узнать кое-что. Как ты думаешь? Не кое-что, все узнаем. С одной стороны, хотелось бы, чтобы Сио скорее выздоровел, а с другой, как только он выздоровеет, нас попрут отсюда. Сио, как ты себя чувствуешь? Лучше. Надоело мне лежать. Завтра встану. Только попробуй. Ты встанешь тогда, когда тебе доктор разрешит. Мягкий знак пропустишь. Знаю. А доктор тебе скоро не разрешит. Знаю. Какая у тебя температура? Вчера было 39,3, а сегодня 36,7. Вот видишь, нестойкая температура. Самое плохое, когда нестойкая температура. Правда, Бяшка? Да, нестойкая температура – это очень плохо. Главное – вылежать. Лежать, лежать, лежать. Конечно. Молодец, Бяшка. Скоро выздоровеет ваш больной? Ему уже лучше. Он завтра встанет. Как ты это мог сказать? Откуда ты знаешь, что Сева завтра встанет? Почему ты думаешь, что он завтра выздоровеет? Я боялся, что она скажет, убирайтесь отсюда вон. Убирайтесь отсюда вон, философ, главврач. Ну ладно, я уезжаю в город. Только Сева должен оставаться в доме и лежать, пока я не вернусь. Даже если доктор скажет, что он здоров. А вернусь я завтра. Ты меня понял, Бяшка? Понял. Правда, не все. Не она. Такая же.
никого. Угу. Виноват. Осторожно, окно. О, свечи! Ну что? Славка не мог ошибиться. Он точно видел, что графиня открывала эту птицу. А может, никакого тайника здесь нет? Не может быть, чтобы здесь ничего не было. Ага. Ну дай мне попробовать. Вот увидишь, я в раз найду. Ну да, я... Пожалуйста. На. Только учти, если что-нибудь сломаешь, тогда все пропало. Не беспокойся. Давай спать по очереди. Что? Ага, ладно. Только каждый по 2 часа. Давай, вставай. Разбуди меня через 2 часа. Генка! Генка! Генка!
А ну, вставай. Чего? Все равно сюда никто не придет. А будешь ходить, шаги могут услышать. А если бы пришли? Зато хорошо выспались. Только есть охота. Почти сутки ничего не жрали. Сутки без еды это не страшно. Зато не открыли тайник. А время уже 8:30. А музей открывается в 9. Рисовать будете? Да, немного. Прикажете стульчик? Спасибо. Не беспокойся, иди по своим делам. Вы видите деревенскую утварь из села Старое. Она была типичной в средней полосе России единоличных хозяйств 19 века. Всего хорошего. Счастливо оставаться. Спасибо. Благодарю. И вам счастья желаю. Ну, а теперь пройдемте дальше. Да нельзя же трогать руками. Здесь у нас представлены экспонаты флоры и фауны нашего края. Обратите внимание на чучела зверей, выполненные местными охотниками. Рядом находятся экспонаты, найденные во время раскопок древнего поселения. А в этом зале у нас представлены предметы помещичьего быта. Они доставлены. Опять пришли? Да, в субботу не успели все закончить. Только в этот зал все и ходит, и ходит. Сейчас все изучают помещичий быт. Вот и ходят. Ну, помещиков давно-то нет, а все интересуются. Старорежимный старикашка. Сейчас пройдемте в следующий зал. Будущая среда дневным. Дневным. Среда. Пошли. Будущая среда дневным. Ведь Кузьмина тоже убили в среду. А ну-ка посчитаем, какого числа его убили? 17-го. А будущая среда когда? 31-е минус 14. Точно, в среду. Если тайник есть в маленькой птице, почему бы ему не быть большой, той, что стоит в усадьбе? А? Надо проверить. Конечно, надо. Но как?
А если нас к тому времени выгонят из людской? Кто нас выгонит? Ведь Сева уже здоров. Температура нормальная. Он еще вчера хотел встать. Но я его уговорил лежать до вашего приезда из города. Если Сева уйдет из людской, мы пропали. А пусть Сева лежит, и все. Приказ есть приказ. Придумал. Гори, мой костер, мой товарищ, мой друг, мой попутчик. Ты гори, гори, мой Пешка! Костер, мой товарищ, Пешка! Друг, мой попутчик. Да подожди ты! Пешка несчастная! Если тебе вожатый говорит, остановись, это тебе, а не столбу. Пешка, у тебя, как у заведующего медицинской честью, могут возникнуть какие-нибудь идеи. Какие такие идеи? Не понимаю. Не понимаешь. У самого мать врач, отец художник, а он, видите ли, не понимает. Я тебе 100 раз говорил, оставь в покое моих родителей. Я вот что хотел сказать. Мы спохватываемся, когда уже кто-нибудь заболевает. Вот как Сева. А по правилам медицины мы должны предупреждать болезни. Я все время говорю о профилактике, а ты же первый меня не слушаешь. Ну, хорошо, хорошо. Теперь тебя все будут слушаться. Смотри, ребят, если заметишь кого-нибудь подозрительного, то сразу клади в людскую. Завтра вызовем врача. Только хорошенько осматривай. Не беда, если вместо больного положишь здорового. Лучше ошибиться в эту сторону, чем в другую. Сколько мы будем ждать? Целый час стоим. И кто мог выдумать эту дурацкую затею? Известно кто. Бяшка несчастная. Изображает из себя доктора. А что я могу? Так это ж профессор. А что я могу сделать, если на весь лагерь только 1 градус? Вот сейчас Наташа измерит, а потом следующий. А ну, открой рот. Раздвинь пошире свою пасть. Да. Дело плохо. Краснота. Да. Что ты лезешь ко мне в рот своими дурацкими бровями? Ничего у меня нет, никакой красноты, ничего не болит. До свидания. Куда же вы? Вы срываете массовое медицинское обследование. Никто не хочет обследоваться. Разбежались. Кому охота в такую жару лежать в душной людской? Да, здорового человека трудно уговорить, что он больной. Послушай, Бешка. А ты сам, между прочим, здоров? Здоров. А что? Да мне твое лицо кажется немного странным. Какое-то на нем... Потрясающая новость! Кит объелся! О. Заболел? Нет, просто так. У меня это часто бывает. Туда сколько раз бегал? Не знаю, раз или два. Врешь, я сам видел. Туда 10 раз бегал. Не обманешь. У меня небольшое расстройство. Я немного переел. Ничего страшного. Чем ты объелся? Сливами. Не спелыми сливами? Так это же дизентерия, обяшка. Именно. В людскую его. Вместо Севы. Завтра приедет доктор и разберемся.
такой диеты я с голоду помру. Скорее без диеты помрешь. Да, тебе вы на рисовый отвар, да еще на воде. А ты что, молочка захотел? А может быть, ананасы в шампанском? Не знаю, не ел. Графиня уехала, я ее сам до станции проводил. Славка, если она придет, свистнешь двумя короткими, одним длинным. Ладно. Ой, спираль проклятая. Вертись тут волчком. Возьмем чертеж с собой, перерисуем и до возвращения графини положим обратно. Славка, пошли с нами. А ты, Бяшка, оставайся, сейчас пришлем замену. Принесите что-нибудь пожрать. Ты хочешь выздороветь или нет? Неужели ты не можешь хоть один день побыть на диете? Нет, не могу. Итак, поздравляю. У нас в руках разгадка тайны. Точный план. В правом верхнем углу рисунок бронзовой птицы. Сам он обозначает всего лишь графский герб. Все в порядке. Можно хоть сейчас отправляться за кладом. В порядке. А что обозначает один? В каких единицах? В верстах. Раньше все обозначали в верстах. И в аршинах, и в саженях. Чудак ты. Если бы в аршинах или в саженях, тогда бы это было рядом с домом. А здесь нарисован лес. А лес отсюда как раз в 4 верстах. Когда я шел за графиней на станцию, мне показалось, что мелькнула морда Степки волосатого. Ага, а я думал, ты уже нашел клад. Отсчет начинаем от дома. Прямо с того места, где стоит бронзовая птица. Подошли к деревьям, воткнули лопатки в землю и достали все. Может быть, даже знаменитый алмаз Панси. Не Панси, а Санси. Нет, я определенно видел Хромого. И те типы в лесу роют, роют. А графиня-то, графиня, бережет чертеж. Ждет, когда свергнут советскую власть и приедет ее графин. А чертеж-то у нас, а не у лодочника. Что же это ты, гимнастый? В гробу не побоялся спать, а тут... Графиня знает о чертеже, а значит, знают лодочник и те парни. А ведь они-то и копают в лесу. Она их водит за нос, неужели непонятно? Мы ведь сами видели, как лодочник следит за графиней. Значит, он ей не доверяет. А почему? Потому что она все время показывает ему не те места. А почему она сама не выкопает? Разве такая старуха справится? А если бы исправилась, то не хочет. Зачем они ей? Куда она денется с ценностями? Графиня их должна сберечь до приезда графина. А этот волосатик, дурачок, следит и за графиней, и за нами. А для кого? Убей меня, Бог, для лодочника. Генка прав. Надо идти по маршруту. Чем скорее, тем лучше. А лопаты? С лопатами нас заметит лодочник. Копать будем ночью. Thank you.
Клад зарыт под этими соснами. Такое впечатление, что здесь уже копали. И на чертеже указано именно это место. А старик граб был не так уж прост. Все ищут в лесу, а он закопал на самом видном месте. И никто не может догадаться, где искать. Ха! А эти дурачки ищут на болоте. Кладоискатели. В среду приезжает хромой тип, а уже пятница. Этот хромой, тот хромой. Надо быстрее перерисовать чертеж, а то приедет графиня и может это заметить. А рыть когда? Рыть будем со свидетелями. Вызовем представителей из уезда. Всегда так. Проводим работу, свою жизнь подвергаем опасности. Приходит чужой дядя и пожинает лавры. Ну, ему уже можно встать. Пусть встает. Только соблюдает строжайшую диету. Доктор, если он встанет, то сразу обожрется. Мы его хорошо знаем. Если ему нужна диета, то пусть лежит. Что, такой обжора? Ужасный. Что, неужели не можешь удержаться? Нет, не могу. Нет, надо все-таки выпустить его на улицу, на свежий воздух. А диету пусть соблюдает в порядке дисциплины. Тогда все пропало. Что пропало? Да. Вообще, понимаете, он обратно заболеет, а положить его будет некуда. Графиня уже в людскую не впустит. А в палатке, вы сами говорите, больному нельзя лежать. Ну-ну-ну, больному место всегда найдем, а лежать ему уже хватит. Хватит. Можно встать? Да-да-да-да-да. Эй, Бешка, что там на обед? Обжор. Давно здесь эта птица? Это, брат Миша, знаменитая птица. Тут из-за нее много людей посходило с ума. Неужели? Да, давняя, длинная история. Расскажите, пожалуйста, наши ребята интересуются стариной, спрашивают меня, а я им ничего не могу ответить. Да длинная, длинная история, Миша, в другой раз. Ну, расскажите, пожалуйста, пока мы дойдем до вашей лошади. Да, ну ладно. Надо тебе сказать, что Карагаевы старинный, но захудалый род. Обеднели, оскуднели, особенно после того, как Елизавета казнила одного графа вместе с его сыном и велела бросить их в болото. Значит, про Галыгинскую гать это правда? Да. Казнены и затоптаны в гать. Ну, а поместье забрала казна. Вот так и подрубили род Карагаевых под самое основание. И только благодаря удачной женитьбе одного графа на дочери Демидова род Карагаевых опять стал подниматься. Стали владеть поместьями, рудниками на Урале. Я про это что-то слышал. Да, ну вот последний граф хоть широко вел уральские разработки, а находил-то мелочь, но за мелочь известная цена небольшая. Находил мелочь, а слухи распространял, что нашел что-то выдающееся, и так и залгался, ему и верить перестали. А сын объявил старика сумасшедшим и умудрился получить наследство раньше, чем умер его отец. Ну, а старый граф уехал за границу. Но в долгу не остался. Изрядно он посмеялся над своим неблагодарным наследником. Довольно неприглядную роль во всем этом деле сыграла вот эта особа. Графиня. Какая она графиня? Впрочем, в свое время была красавица. Красавица. Только теперь от красоты ничего не осталось. Да, так вот молодой граф. Его знаешь, как здесь крестьяне прозвали? Руб 20. Он хромой был от рождения. А так мужчина видный. И вот как его наказал отец. Он объявил, что нашел два алмаза размером чуть не по 50 каратов. И показал эти алмазы. И, ну, ему никто не верит. А алмазы-то были настоящие, там подтвердили потом голландские ювелиры. И вот старик граф пишет сыну письмо приблизительно такого содержания. Один алмаз я увез с собой,
а другой спрятал. И вот если у тебя хватило ума выгнать меня из дому, посмотрим, хватит ли у тебя ума найти этот бриллиант. Спасибо. Вот, а место, где он спрятан, указывает наш родовой герб. О, это была жестокая месть. Поиски алмаза стали бичом, понимаешь, несчастьем этой семьи. До самой революции искали. Все перерыли, перессорились, с ума посходили, понимаешь, перестрелялись. И не нашли? Нет, ничего не нашли. Но ведь граф писал, что это связано с родовым гербом. Что он имел в виду? Что имел в виду? Герб. Вот этого самого орла. В этой бронзовой птице внутри тайник. Что вы сказали? А что с тобой? Да так. Ну, тайник, самый простой тайник. Нажмешь птицы на глаза, голова у нее откидывается, там пружина, понимаешь? Открывается тайник, там лежит план, чертеж. На чертеже сказано, что алмаз этот зарыт здесь, в лесу, неподалеку, версты 4. Вот, этот все и перерыли, да и теперь честь чудаки роют. Правда, теперь немного поуспокоились, а все-таки роют. И все знают про этот план? Да, конечно. Ну, раньше-то держали в секрете. Ну, видишь, что в лесу-то копают. Ну, и перестало это дело быть тайной. Да я тебе скажу, в каждой избе, чуть не в каждой избе, была копия такого плана. Ну, может быть, это не настоящий план? А другого тут и не было, его все наизусть знают. Сначала версту на север, потом еще версту на северо-запад, потом, кажется, строго на запад. Я уж не помню, время-то много прошло. Даже частушку сложили про этот план. Версту пройдешь, алмаз найдешь. Другую пройдешь, бриллиант найдешь. Третью пройдешь, ничего не найдешь. Что ты в этом роде? Ну вот, Миша. И вся история. Ладно. Вы больного там своего попридержите. Есть ему не давайте много. Чтоб диету соблюдал. Диету? Да, конечно. В одной книге мы нашли листки папиросной бумаги, которыми перекладывают рисунки. Если эти листки положить на чертеж, то очень хорошо перерисуется. А всего в этой книге 3 таких листка. Хорошо бы сделать 3 копии, тогда бы у нас у каждого было по чертежу, на всякий случай потери. В таком опасном предприятии бывают всякие неожиданности. Сейчас темно. Чертеж мы перерисуем завтра утром, когда все уйдут в деревню. А меня и Генку надо будет завтра освободить от работы в клубе. Я сейчас. Нажимаешь птицы на глаза, голова у нее и откидывается. Чуть ли не в каждой избе была копия такого чертежа. Ну зачем такая точность? Ведь мы уже даже место знаем. Не будь педантом. Зачем такая скрупулезность? Раз-раз и готово. Зачем птицу перечерчиваешь? Она нанесена, значит, я должен перечерчивать. Вот именно. С птицей больше всего возни. Остальное все просто. Линии, углы, повороты. Смотри, она нарисована хоть и мелко, но тщательно. Знаешь ты, сколько с ней провозишься? А зачем? Она нарисована только условно, просто как герб. Делай, как знаешь. Но на чертеже, который ты будешь делать для меня, не изображай орла. Не нужен он мне. Зачем ты его заштриховываешь?
потому что на чертеже заштриховано. Но ведь Джон не весь заштрихован. Правда. Это я из-за этой бумаги прошляпил. Плохо видно под ней. Придется переделывать. Какая разница, заштрихован он или нет? Хорошо, отдай испорченную копию мне, а на остальных можешь рисовать что угодно. Пожалуйста, можешь взять. Только остальные я сделаю правильно, точно так, как на чертеже. Подбери живот. Носки убери. Боже мой, в такую жару и в валенках. Равнение налево. За мной. Шагом марш. Стойте! Ну как вы ходите? Вы должны слушать мою команду и идти в ногу. Ваня, как ты ходишь? А как я хожу? Волочишь ногу, припечатываешь шаг. Настоящий руб 20. Молодой граф, он хромой был от рождения. Молодец, Зина. Вот чертеж, а вот копия. Одна мне, другая тебе. У Генки испорчены. Возможно, штриховка не имеет значения, но поскольку она есть, я решил все точно перечертить. Голова черная, туловище заштриховано, лапы белые. Никакого уклада там нет. Чего уставились? Нет там никакого уклада. А графиня, надеюсь, есть? Никакая она не графиня. А чертежи имеются в каждом деревенском доме. Мне об этом доктор рассказал. Лес уже так перерыт, что на нем живого места не осталось. И если алмаз существует, то надо искать только не в лесу. Возможно, графиня и тот хромой, которого мы видели в музее, знают место. Кстати, тот хромой, вероятно, графский сын Карагаев. Тот тоже хромал. Точно. Если бы графиня знала, где спрятан алмаз, то давным-давно бы вырыла его. Графский сын тоже ничего не знает. Да. Никто не знает, где зарыт алмаз. Никто не сумел разгадать загадку старого графа. Дело может быть не в чертеже, а в орле. Почему орел по-разному раскрашен? Между прочим, Коля Севастьянов считает, что это не орел, а гриф. Вернее, он сказал, что у птицы голова грифа. Голова может быть. А во всем остальном это орел. Не беспокойтесь. Уж кто-кто, а я-то знаю и утверждаю, это самый обыкновенный орел. Правда, немного больше степного. Значит, беркут. Беркут, халзан. Что бы ни было, другого выхода у нас нет. Надо разгадать штрихов. Будем думать. Ты биолог, Бешка. Это орел. Нет, пожалуй, это не орел. Скорее всего, это птица из семейства грифов. Вернее, нечто среднее между орлом и грифом. Переходящий тип. Он орел-ягнятник. Он же орел-бородач. Но разве у орла бывает такая длинная шея и такая большая плоская плешивая голова? Это может быть и кондор, и стервятник. Просто черный гриф или сип белоголовый. Но голова определенно указывает на то, что это орел-ягнятник. Сам ты гриф, сип белоголовый, а это простой орел. К этому роду относится беркут, он же халзан. Орел-могильник, он же карагуш. Степной орел, он же орел-курганник, беркут-халзан. Сам ты, халзан. Как по мне стыдно. А зачем он меня сипом обозвал? А кто первый? Ты меня халзаном обозвал. Какой я тебя халзан? Халзан, халзан.
Ты говоришь халзан? Халзан. Но ведь так называется речушка, на которой убили Кузьмина. Халзан. Отсюда и Халзин луг. Тот самый, куда ездили Кузьмин с Тимофеем. Халзан, халзан. Халзан! Черт возьми, халзан! Спокойно, без паники. Значит, халзан. Ну, конечно, халзан. Я сразу подумал, орел халзан, речка халзан. Итак, возле реки Халзан зарыт клад. Теперь ясно, почему Кузьмина убили на Халзином лугу. Убийство связано с кладом. А лодочник ищет в лесу. Он не знает про халзан. Подходит орел степной, он же орел курганник. Получается, река Халзан, степь курган, значит, возле реки Халзан, в степи, на кургане зарыт клад. Халзан — восточное название беркута. Монголы жили в степях и, наверное, возводили курганы. Отвоевали усадьбу. А как же старуха? Я ей предложил работу у нас в коммуне. Если хочет, пусть остается. Она просила нас не заселяться до четверга. Четверг послезавтра. Один день мы можем подождать. А почему до четверга? Зачем ей нужен завтрашний день? Говорит, хочет убрать какие-то свои вещи. Да? А что тебя смущает в этом? Да так, ничего. Слушай, Коля, а если бы приехал старый владелец усадьбы, он бы мог помешать коммуне? Как он может помешать? Усадьба конфискована и принадлежит государству. А Серов — самый обыкновенный взяточник. Ерофеев и кое-кто еще не хотели коммуны. Они понимали, что придется отдать землю, которую незаконно захватили. Вот и подкупили Серова. За взятку он дал эту охранную грамоту, хотя никакой исторической ценности усадьба не представляет. Вообще-то Серова уже прогнали. И все же Ерофеев будет мешать коммуне. Посмотрим сегодня. А что сегодня? Сегодня вечером сходка. Граждане! Граждане! Коммуна организуется из воспитанников детского дома. Все они в прошлом беспризорники. А некоторые даже малолетние преступники. Да они ж нас, ишь ты какой! Я говорю вам прямо, чтобы все были в курсе дела. Убийцы все, да они ж нас всех ограбят, теперь режут. Товарищи, некоторые из них были малолетними преступниками. Но это было когда-то. За годы, проведенные в детском доме, ребята стали совсем другими. Они овладели разными профессиями, знают и любят свой труд, научились уважать коллектив. Короче говоря, я ручаюсь за каждого. И вот увидите, у вас с коммунарами будут самые лучшие отношения. Вы не будете на них в обиде, но я надеюсь, что и коммунарам не придется обижаться на вас. Ну, говори, говори! Ведь очень правильно сказал товарищ представитель насчет ребятишек. И мы тоже хотим, чтобы все было по-божески, по справедливости. Чтоб, значит, и нас никто не обидел, и мы, чтобы никого не обидели. А вот насчет земли товарищ представитель ничего не сказал. А как же с землей-то будет? Ведь вот вопрос. Кому не отойдет та земля, которая принадлежит государству и которой незаконно пользуется гражданин Ерофеев? Ха! Незаконно. Разве вам, гражданин Ерофеев, полагается владеть почти сотней десятин земли? Не я, а все общество пользуется. Ты чего на нас показываешь, мироед? И владеем по закону. На то у нас и бумага из губернии есть. Нам известно, сколько стоила вам эта бумага. Нам про то
Ничего не известно. Значит, будет известно. Вопрос ясный. Быть здесь трудовой коммуне из числа бывших беспризорных товарищей. Орел обозначает реку Халзан. Его голова — скалу на Халзане, а лапы могильника — могилу на скале. Понимаешь? Халзан, скала, могила. Честно говоря, я устала от догадок и давно не верю в них. Один орел, другой, и так до бесконечности. Если бы дело было в орлах, то алмаз давно, давным-давно бы нашли. Искали тоже, наверное, не дураки. Ведь мы сегодня были на скале. Никакой могилы там не видели. Да, не видели, но мы там и не искали. Надо пойти и осмотреть эту гору. Когда пойти? Сейчас, немедленно. Ни за что. Ночью мы ничего не найдем, ровным счетом ничего. Бесполезная трата времени. Только не выспимся. Ведь завтра приедет Карагаев. И надо быть бодрыми и готовыми ко всему. Значит, не пойдете? Нет. Не-а. А если я прикажу? Не имеешь права. Не имеешь права. Если бы это касалось отряда, то ты мог бы приказывать. А здесь, в конце концов, частное дело. Завтра, пожалуйста. А сегодня ночью? Нет. Правильно. Завтра приедет Карагаев. Ну и что ж, посмотрим, как он поведет себя, потом пойдем на скалу. Правильно. Я иду спать. Спокойной ночи. Ладно, черт с вами. Но учтите, Карагаев приезжает дневным поездом в 2 часа. Он согласен. Сколько людей? Он и еще двое в лесу. Когда смогут быть на месте? Через 3 часа. Пусть будут через 2. Хорошо, передам. С ломами и лопатами. Хорошо. Я им уже отправила 2 мешка инструментов. Только, Алексей, я хотела вас предупредить. Лодочник вас подозревает. В чем? Ну, с этим самым, Кусминым. Откуда он знает, что я, это я? Возможно, что он этого и не знает. Но он сказал, Кузьмина убил человек, с которым вы встречались в музее. Он за вами следил? Да. Он понимает, что я от него скрываю настоящее место. Он опасный и очень опасный человек. Я сам опасный. Алексей, с этим Кузьминым как получилось? Я с ним столкнулся, лицом к лицу, он меня узнал, мог выдать. Что оставалось делать? Одним мужиком меньше на свете. Рыбалина освобождает. Против него нет улик, но их нет и против меня. Надо быстрее кончать с этим делом и сегодня же. Ты чего? Вытащи кирпич. Кирпич грудь пронзил. Вот тебе и орел ягнятник. И все же лучше без лодочника и без его людей. Плита тяжелая, я уже пробовал. Одному не одолеть. Можно позвать других. Например? Ерофеева. Еще кого-нибудь? Нет. Я предпочитаю бандитов. С ними лучше договориться, дешевле обойдется. И наверняка не продадут. Но они могут вас убить. Я вооружен. А теперь идите и предупредите его. Через 2 часа. В общем так, убийца здесь. Через час он с лодочником будет скрывать склеп на кургане. В таком случае надо идти на Халзен-Луг. Гена! О! Беги к председателю сельсовета. Ага. Ребята, пошли. Ой,
Ну что? Что? Кто? Шкатулка принадлежит мне. Возможно. Дайте мне ее. Я не могу вам ее отдать. Она будет сдана органам власти. А уж затем вы сможете предъявить на нее свои права. Ура! Итак, лагерь окончен. Сегодня отряд уезжает в Москву. Я думаю, ребята поработали неплохо. Создали в деревне пионерский отряд, открыли клуб, научили грамоте сколько? 12 человек. Молодцы, 12 человек. Дальше. Усадьба принадлежит коммуне. Тайна бронзовой птицы раскрыта. Но главное, мы сумели оправдать невинного человека Тимофея Рыбалина. Надо, чтобы все деревенские ребята стали пионерами. Надо, чтобы все в деревне были грамотными. Надо построить больницу, а не ездить в соседнее село. Медицина – это могучее оружие в борьбе с религией. Надо крепить интернациональную дружбу, потому что фашизм поднимает голову, и на это надо обратить самое серьезное внимание.